Смысл игры в том, то, что мы должны спуститься со сотого этажа на... Я приехал в этот город ненадолго. По делам. И раз уж я оставался здесь всего на несколько дней, я мог позволить себе капельку роскоши. Ваши ключи, как и заказывали, наш лучший номер с отличным видом и последней версией в ее защите. Самой страшной бурей всегда затишье. Но я даже не представлял масштабы катастрофы. Использование в Новой Европе. Просим всех оставаться на местах, включить вашу домашнюю биологическую защиту, а в случае ее отсутствия без паники и сохранять спокойствие, продвигаться к ближайшим убежищам женщин и детей. Уважаемые гости, просим вас оставаться в своих номерах. Проснулся к телефону, начал набирать всех подряд. Полиция, 911, служба отеля. Что-то ужасное творилось там, снаружи. Когда крики стихли, остался лишь один звук. Довольное, голодное ручание и звуки, разрываемые на части плоти. А потом, когда голод выгнал меня наружу, там меня ждал лишь кошмар. Но между медленной смертью от голода и смертью от лап мутантов... Я предпочел второе. У меня есть надежда. Я выберусь отсюда. Получается, нам сейчас надо как можно быстрее спуститься вниз на первый этаж. Но для чего? То, что нас там встретит. Ведь ядерная война произошла, типа, ядерный взрыв. Давайте попробуем добраться до первого этажа. Так, все, мы появились на сотом этаже. Так, блин, я перемотал, чтобы быстрее было. Так, что у нас? Палка и кухонный нож. Давайте сюда. И нет, лучше. И теперь еще раз посередине. Тут что у нас? С каждым заходом в комнату мы хотим кушать. Как я говорил, вот это я взял. Вот у меня по одному очку опыта. И теперь у меня по баллам от 1 до 8 рандомно все прокачивается. Вот видите. Не 9 уровень, а сразу 13. Так. Что такое? Бро. Ну, посмотри. Классный чувак ты. У нас тусовка намечается. Ты приглашен на 88 этаж, если ты забыл. Так, нам надо на 88 этаж. Давайте спускаться. Карта выглядит. Так, что починить стоп? Ну, сверху я могу поискать. Будет сломать процессор. Что-то могу стоить попробовать. Ну, давайте попробуем. Блин. Металлолом. Давайте еще раз. Во. Так, что тут у нас есть? Плюс 8. Вот это...
бутылки сахара и корм для животных. Всё, пойдём. Так, нам надо на 88 этаж. Я лечу проволоку. Надо будет потом к нему заглянуть, как найдем проволоку. Так, оружие надо получить. Так, промах. 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 Проехалось, да что ж это такое? Да? Так, все. Пусто. Рис. Тут что у нас? Пусто. Так, тут у нас. Ну хотя корм для животных, хоть что-то. Да что ж это такое? Хоть хочу тряпку. Как можно тряпку использовать для починки щитка? Не знаю, так. Что, молоко ли? Да, молоко. Во-во-во-во, что такое пасынка? Так, все, убежал. Так, палка иду. Тухлый. Это 88-е. Тут что у нас? Что-то он опять пишет. Жаль, но самое интересное, ты пропустил. Ничего, еще на верстаем, бро. Ну вот новый уровень. Давайте это теперь так. К нам что нам надо покушать. Произошло. Так, что это? С чем интеллект? Еще опять это. На ножах. Ну что ж такое? Да, когда я попаду-то? Думаю. И последний раз. Да ну на. Изолента. Так, тут у нас где-то можно создать. Вот. Еще нужен металлолом. Да нафиг. Вот молоток нормальный. Так, нормально, что мы все металлолом. Так, попал. Промах. Попал. И давай вспомнить. Клей, палка. Тут у нас молоко. Я не хочу, чтобы он сходил. Так, почему? Ой, мы хотим кушать. Что я не заметил. Так, алкоголь. Так, тут у нас человек. Тут. О, металлолом. Так, теперь, чтобы нам сделать молоток, нам нужно перстоколец. Так, у нас на кухне. Так, вот молоток делаем. Ура! Так, все. Новое оружие. Которое на нас новый уровень. Так, мы на 76-м. Ой. О, кстати, мы сможем так быстрее спускаться. Стоп. Нам надо вот это почему-то. Еще ниже. Невезение-то такое.
и убежал. Да и сваливай, да ёпра. А это тоже, ну, привет. Тоже. Так, ну всё, он искал. Ну, ребёнок, у нас нужно срочно. Кола. Так, вот это надо замочить. Сейчас снова удары. Так, все, нам нужно подъехать и поесть. Идет вперед. И спускаемся еще. Все три. Надеюсь, монстров этих не будет. Можно быстрее спуститься вниз. Я все еще тебя люблю, жду тебя на нашем месте. Короче, на 39 этаже. А мы на него не можем, да? Вот услышь тебя. Прости, чувак, нам не надо срочно. Мне придется тебя убить. Что за закон подлости это такой? Сиди-то нигде нету. Да. Так, все, чтоб не тратить здоровье, выспать. Все, спускаемся вниз. Да. Опять он голоден. Быстрее вниз. А, что за тёлка? Так, лезвие и старый пацан. Так, ой. Так, тут что у нас? О, молоко. Тут у нас тряпка и металлолом. О, лис. Как можно быстрее, конечно, вниз.
Это кто? Нифига. Умру, блин. Я на 18-м этаже. Это зло такое. Как назло оно появилось. Так, а мы ниже 18-го не можем пройти? Вау, мы можем. Так, блин, я взял кирпич, по-моему, да? Стой. Так, а повыше, потом, надеюсь, никого не будет. Да. Вот это пицца. Так, у нас пицца. Так, а лучше молотка нету. Первый этаж. Откуда я знаю пароль? Подождите, у меня же должны быть в записках. Так. Амадеус 5. Ну-ка, если это он. Да ну. Все, я прошел. Ну-ка. О, неужели? Ники. Стоп, что? Ники. Ники. Наверху. Он сбросился. Я ж был снизу, как он оказался опять наверху. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока.